Всем большой привет! Мы на канале Снёмки Шоу! И сегодня что мы будем делать в этом видео? Красить маму! Если вам понравится это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на девчонок. А то мы вас, если не подпишите, накрасим макияжем и пройдем страшного монстра! Выйдет, наверное, монстриком. Я иду на историю. Вот. Тени, помада, румяна и краска бровей. Всю косметику сложим в чемодан. Чемоданчик вести буду я. Держи. Там уже блестки. Давайте возьмем блестки. И браслет. Еще есть лак для ногтей. Так все закрывается. Оп, оп. И тут также. Ну что, вы готовы? Зовите маму. Мама! 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 Привет! Что мы тут делаем? Что вы так хитро улыбаетесь? А, девчонки? Мы будем тебя красить. Будете делать мне макияж? Ага. А вы красиво сделаете? Да. Думаю, в монстра. Да. Девочки хотят превратить меня в монстра. А я хочу, чтобы вы превратили меня в принцессу. Ну ладно. Ну что, девчонки, что вы будете мне делать за макияж? Все принцесс синие тени. Походу, у всех принцесс еще синие брови. А, ничего, тогда. Красивый цвет. Две кисточки, давайте вместе. Я тебя крашу. Что красишь? Теньки. Теньки? Ты будешь все. О, мама, Злата тебе блестки наносит. Блестки. Блестки? Синие тоже. Румяшки. Мне кажется, у вас преимущественно какие-то голубые и серые оттенки. Вы, наверное, из меня делаете какую-то Эльзу. Отпусти, не забудь. Отпусти, не забудь. Ня-ня-ня-ня-ня-ня, отпусти, не забудь. Ня-ня-ня-ня. Еще, мама, не смотри на себя. Давай зубы покрасим. Мне зубы красить не надо. Мне сделали монобровь. Мне Злата что-то с губами сделала сейчас. Вроде она блесточки нанесла на губы. Наверное, у меня сияют губы. Что ты там мне с бровями делаешь? Мне кажется, из меня сделали какую-то владычицу морскую или русалку, да? Кого-то такого, судя по наличию такого огромного количества блесток. Я сделала коррекцию носа. Сейчас нанесем румяна. Тут вообще меня решили обсыпать блестками. Что мелочиться? Мы накрасили маму. Интересно, мама, тебе понравится макияж? Я даже боюсь смотреть, Мирось. Раз, два. Почему у меня сросшаяся бровь? Я вот такая-то понять не могу. Почему у меня зеленый нос? Почему у меня зеленый нос и сросшиеся брови? Кстати, вот губы хорошо сделаны. Румяна, в принципе, нанесены правильно. Только я не пойму, почему нос зеленый, а брови сросшиеся. Заточка, расскажи, пожалуйста, как называется этот салон, куда я сейчас пришла? Модель.
Мода-модель? Это твой салон? Да. Мама, скажи честно, тебе понравился макияж? Мне понравился макияж, но он, конечно, не подходит для того, чтобы я куда-то пошла с таким макияжем, но, например, для какого-то образа, как будто вот я, например, русалка, мне кажется, очень подходит. Вот, то есть, если я сейчас с таким макияжем надену русалочий хвост, я буду настоящей русалкой. Согласись, да? Как будто у меня на лице цветная чешуя. А тебе я кого напоминаю, скажи? На кого я похожа? Помню! Похож на Пугачёву. На Пугачёву, замечательно. Спой, пожалуйста, какую-нибудь песню Пугачёвой. Мирось. Даром преподаватели время со мною тратили. Вычислить путь звезды и развести сады. И угодить смартфон. Посмотрите! Ребят, ну что, это было лучшее посещение салона красоты в моей жизни. Я вам его рекомендую. Вот директор этого салона, который все никак не может успокоиться и продолжает делать мне макияж. Ее зовут Злата. А это ее помощница Мирося? Mm. Да? Да, не Мирося, а Мирослава. Ну что, ребят, мы с вами прощаемся. С вами были кто? Сестра Антишоу. И Злата, и сестра Антишоу. Ставьте лайки. Вот так. Если так делаете, мы не будем колдовать по попе и не будем колдовать вас в монстров. Всем пока!